16 декабря в Рязанском государственном медицинском университете прошел мастер-класс по оказанию первой помощи. Студенты вуза и учащиеся медицинского колледжа отработали умение по оказанию первой помощи на манекенах, фантомах, которые максимально приближают обучение к реальным условиям. На мастер-классе были рассмотрены самые распространенные ситуации, в которых могут потребоваться навыки оказания первой помощи. Именно поэтому мы пытаемся научить максимальное количество людей то оказывать помощь. Потому что 70% людей бы выжили по статистике, если бы рядом с ними оказался человек, который вовремя начал оказывать эту самую первую помощь. Учитывая специфику мероприятия, мы попросили Илью Бахарева, старшего преподавателя Центра симуляционного обучения, еще раз напомнить порядок действий в экстренной обстановке. Моделируем ситуацию, в которой может понадобиться сердечно-легочная реанимация. После того, как сделали 30 раз, используя обязательно индивидуальную защиту, делаем 2 вдоха искусственной вентиляции легких. Для этого надо открыть дыхательные пути, выдвинуть нижнюю челюсть вперед, запрокинуть голову, зажать обязательно нос, плотно прижаться к рту пострадавшего и сделать свои два усиленные выдоха пострадавшего. Специалисты симуляционного центра в рамках своей деятельности периодически совершают выезды в рязанские школы и различные организации. Раз в месяц проводятся подобные публичные мероприятия. Еще до поступления в институт нас этому обучали в школе, также на манекенах, то, конечно, они были не такие навороченные, как здесь, но нас также обучали сердечно-легочной реанимации и всем основам. Мастер-класс проходил в рамках празднования 65-летия Рязанского государственного университета. В ближайшее время пройдет еще ряд мероприятий, посвященных разным направлениям деятельности вуза. Иван Крестьянинов, Денис Белеев, телекомпания «Город».